Итак, привет всем. Как и обещал, сделать обзор на наш офигенный типа мод, типа КСДМ. В этом деле мы продвинулись уже довольно далеко. Написали свой собственный лаунчер для нон-стима, который будет сам искать обновления и устанавливать их автоматически в вашу КС-ку. Как только он загрузится, сразу вам покажу, что сделали мы в игре. Пока скачать это нельзя, но в скором времени можно будет. Поэтому ждем загрузку, слушаем музыку, наслаждаемся. Итак, игра загрузилась, можно посмотреть, все ли загрузилось. Что мы увидим в этом меню? Ну, во-первых, картинка, она будет рандомно меняться при каждом запуске. Наш бар, ход отображения загрузки. Запустить игру, запустить сервер, посетить сайт. Ну, что тут может быть непонятного? Сайт, запустить сервер, настроечки. Конкретненькие такие параметры для опытных пользователей. Ну и собственно запустить игру. Итак, как и обещал, все остальное посмотрим в игре. Ну, выбираем, допустим, Dust. Да, ну начнем с террористов. С них родимых. Ну, во-первых, модельки мы использовали Source, это в основном для широкоформатных мониторов, так как их сейчас большинство.
каждой карте будет свой режим. То есть, если, допустим, будем играть какую-нибудь карту 35 хп, то будем играть не только на ножах, только в дедматч или в тим дедматч. Все настройки можно будет произвести в отдельных конфигах для каждой карты. Есть флешка. Вторая. Гранаты намного убойнее, чем в 1.6. Дымовая. Так, ну... Во-первых, это у нас, по-моему, режим... Да, это у нас уничтожение. Чем он отличается от обычного режима в 1.6? Хочу сказать сразу, что он, в принципе, похож, но не совсем. Здесь цель уничтожить две точки. Не одну, а две. При этом, если вы умираете каким-то чудом, допустим, таким, то вы возродитесь снова. Не надо будет ждать, пока всю вашу команду перебьют, блядь, или последний кемпер где-то зашкирится, его будет вражеская команда искать. Оружие будет выдаваться рандомно. То есть вам не надо ничего сжать, чтобы купить пушку, напрягаться там, выискивать. Дали пуху, погнал. О, взорвалась. Одну точку мы уничтожили. И побежали. Жахнем вторую. Также добавили динамичный свет вокруг игрока при стрельбе. А то в темках бывают такие ироды засядут, и хрен знает, где он там. Ну и так просто для эффектов красиво. Поставим. Скорборд новый. В принципе, много чего нового. Если играть за КТ, у нас перчаточки изменятся. Оп, мы с рукавчиками такие красавцы. Побежали, разминируем. Ну, разброс пока что большеват, потом мы все пофиксим. Ой, не успел. Ну, бывает. Вот, начался новый раунд. Все это дело рассчитано на 32 человека. Как-то так. Трупики у нас тут. Трупики исчезнут. Ну, исчезнут они попозже. Чтобы хоть какой-то эффект перестрелки был. Допустим, выберем Crossfire. Ну, в Crossfire нам придется подбирать оружие, так как здесь режим у нас уже будет Team DM, но вы, если хотите, можете поставить полный DM. Это... Не понял. А, это уже ваше дело. Аптечечки, там все работает, все как полагается. Давай покоцаем себя. Я себе покоцали. Не понял, бля. Оружие также респается обратно. Все как в настоящем Half-Life. Только моделечки у нас будут. Кто уничтожил, блин? Что за подстава? О, зачет, ну покосали. Что, не работает? Да ты шутишь, что ли? Ну и хер с тобой. Пойду себе другую пушку найду. Ботов мы, кстати, вырезали. Они появятся, наверное, чуть-чуть попозже. Так как из-за них очень много косяков было. Тоже динамическая вспышечка, все как полагается. В принципе, идей еще много. Бронежилет, как видите, мы убрали. Пока он не нужен, совсем не нужен. Также осталась кровь. Если в 1.6
Меня все время раздражала эта тема, когда в голову выпадаешь чуваку с бронежилетом, а из него искры сыпятся как с лампочки. Здесь у нас все четко. Все есть, на ноже отсутствует прицел. Это для полного хардкора. Так будет интересней. Все у нас цивильненько. Ну и допустим, я не знаю, давайте следующую карту. Ну, скажем, это будет вот это, 35 хп. Ну, тут ЗКТ. Эту карту нам сделал Crazy Lol. Он у нас некоторое время был маппером, но куда-то потом слился. Ладно, хрен с ним. Здесь у нас только ДМ, либо Team ДМ, и только на ножах. Ну, как еще раз говорю, все это можно будет настроить в отдельных конфигах карты. Для каждой карты можно будет сделать свои настройки отдельные. Сейчас мы планируем режим штаб. Кстати, он уже в процессе и вот-вот должен быть, думаю, на недельке доделан. Может быть, на следующий. И думаю, еще один режимчик мы сделаем. Capture the flag. Кто не знает, это захват флага. Очень интересный режим. Кто играл в Call of Duty или еще там во что-то в таком режиме, тот поймет, о чем я, собственно говоря. Ну, собственно, пока на этом, наверное, все. Если заинтересованы в нашем проекте, то всем на сайт ksdeveloper.ukos. Все подробности там. Если хотите в нашу команду, все на наш форум, ссылки я приложу под видео для полного удобства. И уже разговаривать будем на самом либо форуме, либо в ЛС. Соответственно, нужно зарегистрироваться. Все бесплатно, все на халяву. Ну и все в таком духе. Всем пока. Спасибо, что смотрели.